Всем добрый день! Сегодня мы приехали на завод, на предприятие. Оно называется СЭТ, с 2018 года является партнером экофонда Асгард. Предприятие закупает отходы за криптовалюту Асгард, а также планирует продавать готовую продукцию, в том числе за криптовалюту. То есть это одно из первых предприятий, которое получила полную поддержку экофонда Асгард для того, чтобы успешно осуществлять свою экологическую деятельность. Значит, у нас ситуация могла включить. У нас население начинает давать отходы. Канистры, больницы, шприцы. Мы с этой недели начали расчет с населением в криптовалюте. То есть появились некие энтузиасты, которым интересно получать криптовалюту. Объем поступаемого сырья увеличен. Сейчас через неделю, через две начнем продавать продукты, в том числе помимо обычных денег расчетов, будем использовать криптовалютный расчет в монете только Асгард, собственная валюта. Значит, это цех, это начало нашего производства. Сюда люди приносят отходы, привозят отходы, здесь их сваливают, первичное взвешивание, рассортировка по мешкам, и дальше поступает цех дробления и измельчения. Все, здесь уже идет у нас полностью измельчение материалов. То есть вот на входе все в смесях идет и выходит уже чистый материал, дробленый полез. Здесь уже цех термопласта, где изделия, материалы смешиваются, добавляются красители, модификаторы, и в термопласт давление товаров на рот требуется, тазы, ведра и все остальное. Мы покупаем нашу продукцию, которая произведена в том числе за криптовалюту, вы сохраняете природу, экологию. Будьте нашим энтузиастом. Включайте процесс. Спасибо.